Как обычно, футбол вместе с вами смотрит Георгий Черданцев и Константин Кинич. Это что надо. Сегодня мадридский Реал сыграет пуль так на клубами по всему миру. Так что сегодня давай попробуем. Для Карима Бензема сегодня очень важная игра. Внимание. Много привлек к своей персоне. Как думаешь, что он покажет сегодня? Но это известный мастер командной игры. Возьмет на себя роль диспетчера, и практически все атаки развиваются так или иначе через этого парня. Клубы пишут историю футбола, а игроки пишут историю клуба. О ком из легенд Челси можно рассказать сегодня, Константин? Давай поговорим о лучшем бомбардире. Все-таки футбол любят в первую очередь за забитые мячи. В истории Челси лучший бомбардир клуба известен нам не только по историческим справкам, ведь мы с вами не так давно его видели еще в действии. И еще одно достижение за ним. Он забивал не... Стартовый свисток звучит на Сантьяго Бернабеу. Матч начался. Алонсо. Как вы... Как вариант продолжения напрашивается навес. Уверенно отбирает мяч. Карим Бензема. Тони Кросс. Отлично. Все хорошо было сделано. Здорово сыграно на ход, но пусть небольшой. Но офсайд все-таки был. Оборона расположилась очень грамотно. На грани офсайда действовал игрок и все-таки попался в ловушку. Жоржини. Жоржини с мячом. Лукаку. Челси начинает опасную атаку. Очень хорошо они в пас играют. Есть поддержка в этой атаке. Приложился-то как, а? Отлично пробил он, если брать силу, но точностью тут и не пахнет. Казимир. Карим Бензема. Тони Кросс. Отлично. Все хорошо было сделано. Здорово сыграно на ход, но пусть небольшой. Но офсайд все-таки был. Оборона расположилась очень грамотно. На грани офсайда действовал игрок и все-таки попался в ловушку.